Привет! Привет-привет! Меня зовут Джип. Джип Коди. Я зеленый полулис, полухаски. Аву! Вероятно, ты меня сейчас смотришь на экране. Своего телефона, ноутбука и по ТВ. Так кто я? И почему я здесь? И что я делаю? Я делаю анимацию. Я анимирую случаи из жизни. Я анимирую, чтобы рассказать истории. И знаете что? Я анимирую прямо сейчас. Но иногда я могу быть мультяшным псом и в реальности. Твоя возможная реакция. Что за черт? Я не виню тебя, но не каждый день ты можешь встретить большого плюшевого пса на сноуборде, спускающегося с горы. Но я тебе скажу, когда я вступил в сообщество, я повстречал столько удивительных людей со всего света. Тратя много времени на перелеты и в поездках за рулем. Я хочу установить связь со всем миром. И это довольно круто. Это вдохновило меня на множество контента, и с тех пор я начал творить. И я расскажу вам истории, будто снятых на камеру, или сотен рисунков, меняющихся с быстрой скоростью. И раз вы здесь со мной, то приготовьтесь увидеть дикую поездку, ставшую частью жизни и подарившую море эмоций и впечатлений. Вы смотрите анимацию Джипа Коди.